Галочка, солдат, смотри. А вот смотри, вот косулю видишь прямо спереди? Или тебе опять поплохело? Джек, ты начинаешь меня до хера пугать, серьезно? О боже, он опять отвалился. Джек... Я не думаю, что сейчас подходящее время. Ты знаешь, это может решить ряд проблем. Типа... Полнедрай, мы играем на мастере. Оружие опустил уже. Простите, секунду. Парни, там... Там так страшно. Так, друг друга не укусите друг друга, если чё. Осторожно. Держитесь рядом. Нет, мы ж не можем кусать, да, вообще? Да, не, можешь бегать не можешь просто. Да блин, где вода? Ааа, блядь, пишите! Ебать! Я даже не увидел! Автомат не клинит, он у тебя в режиме стрельбы одиночной. Смотри, сейчас. Сейчас как назло, короче, она отстреляет все патроны без проблем, смотри. Он клинил! Значит, рация находится на 8 часах. Вот. На 8, так это называется не сбежать. Вот с топором кто. Вот сюда, да. Вот сюда, вот рация. Артур, это толчок. Даша, я показал Тане, не тебе. Таня нашла, Таня около рации. Таня, ты нашла? Даша, вот туда беги. Вот тут, ниже, Даша, какие, ниже. Зато не проб. Налетело, так, окей. Туда пошел. На карте отмечена аномалия, дебил, иди туда. Вот это вот просто вообще, то есть абсолютно непередаваемо. В начале любого прохождения довольно комплексной игры, поэтому я не хочу играть в Darkest Dungeon. Куда идти-то? Я туда иду. Нет, я не туда иду. Вот так. Лезь! Где я? Лезь! Простите за эти странные дела. Мне сейчас нужно... Это был не он. О, они за тобой бегут. Он просто отрубил голову трицератопса на дело и замаскировался. Что за факер? Не трогай меня, не трогай. Это было страшно. Не трогай меня. Маленькая пойдем нелепая сына. Да, это мой сюда. Папа! Я нашел папу! Я тоже хочу. Пойдемте за мной. Нет, не кушай меня. Да я иду, ну. Не кушай. Я спряталась. Он сел на меня. Эй! Он меня согревает. Да это лаги, хорош, ксеномор. Я его уродом назвал, потом понял, что это мой, типа, мой вид. Админы кидают по серву, ага. Помогите! Хотя, знаешь...
Ну нахер. Подожди, я мог, ты мог 30 секунд держаться, и мы бы тогда типа не по новой начинали. А, мы в смысле по новой начинали. Че ты сдался-то? Ты же виноват. А, прости. Сейчас, секунду. Никто ничего не видел, хорошо? Если кто-нибудь об этом заговорит, то я просто буду вынужден... вынужден забанить кого-нибудь, и это явно буду не я. Смотри, как это работает. Мать, это явно какая-то арена, давайте... О, не надо! Пожалуйста, о боже, не надо, не надо. Аккуратно, лавируем, лавируем. Это было удивление, просто удивление. Прям не очень, прям не очень. Да, кстати. Ну идите сюда! Мое. Туп, туп, боже, как я туп! Чекпоинт 5 минут назад. О боже, да. Я хорош, я прям... Слушай, я не уверен, что они хорошие парни. Блять, что это? Простите, удивился очень сильно. Мужики, я не знаю, кто вы. К наведение. Мы готовы стрелять. Так, перезарядка. Несите следующий патрон. Промах, сэр. Несите следующий патрон. Аппарат заряжания заряжен. Есть попадание. Следующий. Аппарат заклинил, сэр. Расстрелять. Прости, я не знаю. О боже. Что-то странное происходит в Средиземье. Ешь их, ешь. Просто ешь, поплыли, все, похер, я не знаю, это типа супер странно. Это просто ад. А, нет! Так, я, пожалуй, пешком пойду лучше. А это F уже. Слишком дохера. Сука, что с ним происходит? Так, давайте, парни, только немного по-другому. Ладно, вы меня пугаете. О! О, боже мой. Не подумавши ляпнул. Я же знал, что, блин, чату язык в рот не клади. Блять, что я несу? Все, надо просто заканчивать стрим, ты знаешь. Это очень печально. Очень печально то, что сейчас произошло. Более печально было только, когда я нечаянно рыганул нас. Мы такие все позитивные. Ребята, сердечек в чат, блять. А вот это вот потому что...